Нет, друзья мои, давайте не будем делать вид, что ничего не происходит. Сейчас это не мы придумали эту дискуссию, а она горячо обсуждается, эта проблема, и в прессе, и... Московский комсомолец и Государственная Дума. Совершенно верно. Да. Не будем делать вид, что этого не происходит. Наташа, вы же не уходите от острых вопросов? Я нет. Пока у нас есть острая дискуссия. Только я должен вам напомнить, что эту острую дискуссию подняли не женщины, а подняли мужчины. И когда всякий раз, когда мужчинам выгодно использовать этот самый женский вопрос, они достают транспаранты, идут, когда невыгодно, не достают и никуда не... В этот момент мужчинам-политикам было выгодно использовать женский вопрос. Для тех наших радиослушателей, которые, может быть, не так внимательно следят за жизнью нашей прессы, мы объясним, что возник конфликт между депутатами Государственной Думы и газетой «Московская комсомолица», о которой мы сегодня уже не раз говорили, где Наташа начинала свой жизненный путь. И суть этого конфликта заключалась в том, что журналист газеты «Московская комсомолец» упрекнул трех женщин, депутаток или депутатов, как правильно сказать, тоже дискриминация. Тоже вопрос. Да, тоже вопрос. Поскольку их коллеги обозначили их прежде всего как женщин, мы имеем право говорить депутаток. Хорошо, женщин-депутаток упрекнул в том, что они часто меняют свои политические взгляды и даже как бы заподозрил, что делают это не без выгоды для себя. И вынес в заголовок... Известный ленинский термин. Да. Если бы ленинский. Да, если бы... еще Бисмарком придуманный, как теперь оказалось. Не Бисмарком. А то есть теперь уже проведены большие... Конечно, большие исследования в английском парламенте в середине 17 века. Впервые было использовано. Ну, назовем, не было женщин, мы рискнем поэтому... назвать этот термин. Поэтому премьер-министра Великобритании в середине 17 века назвали в памфлетах как раз вот политической проституткой. Причем московский комсомолец написал политические проститутки. Он написал «политическая проституция», меняет пол, имея в виду, что раньше только к мужикам относили это дело. А теперь понятие расширилось. А теперь стало всеобщим. Ну, вы знаете, с одной стороны... И они очень обиделись, вот в чем дело, что, типа, оскорбили-то их не как политиков. Как женщин. А как женщин. Ну, вы знаете, слушайте, это сложный вопрос. Не они, а их коллеги-мужчины. Они тоже обиделись, не расстраивайся. Ну, вы знаете, здесь вот я бы ответила бы так, что, с одной стороны, мы с вами уже говорили сегодня об этом, об общем уровне политической дискуссии и, в общем, тому, как именно в каких словах и выражениях она у нас происходит, да. И я хочу сказать, что в этом смысле эта статья вряд ли может считаться образцом этой политической дискуссии, правда ведь, да? И ясно, что хлесткие слова, хлесткие определения, в общем, действительно достаточно оскорбительные, это, ну, вещь, наверное, не самая допустимая везде. Но оскорбительная для политика. А здесь, конечно, мне вот сложно встать, я не мужчина, мне сложно встать на защиту, потому что, мне кажется, тут, ну уж простой пословице, взялся за гуж, говорит, что не дюж. Потому что если ты, вступая в публичную политику, понимая, что ты можешь кому-то не нравиться, ты закладываешься на определенный, в том числе со стороны журналистов, на определенный негатив. И здесь пользоваться тем, что ты женщина, и говорить, ну, вы знаете, как вы можете, я женщина и мать. Женщина и мать тогда дома, у плиты, без всяких амбиций, и никто тебя не будет оскорблять. И ты будешь прекрасно любима своим мужем, своими друзьями, муж должен идти защищать, да? И все твои вот какие-то действительно такие моменты, они решаются вот в твоем социуме, в частном порядке. Да? Если ты становишься публичным политиком, то ты должен быть готов к тому, что это может с тобой произойти. И, в общем, как на это реагировать, как отвечать, ну, это каждый выбирает сам. Но в данном случае, мне кажется... даже не в данном случае, а вообще, вот, если говорить вот, как о позиции женщины, да, то есть мне кажется, что неправильно тут же вспоминать гендерные различия и выносить их как флаг значит, для решения определенной политической ситуации. Поднимать еще на флаг свои вторичные половые признаки. Ну да, как-то так, да. Вот, при этом еще раз скажу, что это ни в коей мере не объясняет тот уровень дискуссии или уровень и характеристики, которые есть. Это я бы сейчас оставила бы в стороне, да? Нет, просто принципиальная позиция. А я бы сказала, что... Ну, вы знаете, потому что вот я не зря привела этот пример с там поездками и полетами, да, потому что, в общем... Ну, например, мы там спустя год после военных действий из Грузии летали в Южную Абхазию, да, и Южную Осетию. Южную Осетию.
И летели мы на вертолете, и, в общем, летели мы с территории Северной Осетии. Это был не самый приятный вертолетный полет в моей жизни, потому что там горы, там не самые лучшие были погодные условия, где-то да, под вертолетный нами, полет вообще не может быть где-то под приятным. нами лежало пару разбитых вертолетов, которые там так и остались, да. Но, еще раз говорю, в этот момент вспоминает, что ты женщина, и говорит, я не полечу, мне страшно, или что-то еще, но это несерьезно. Да, то есть это ты подписываешься под определенными правилами. И если правила публичной политики у нас, к сожалению, пока таковы, и, в общем, наша общая задача, мне кажется, все-таки сделать их более адекватными и более, в общем, взаимовежливыми, что ли, да, ну, ты должен быть готов, что так будет. Вот еще о правилах.